очень понравился мастер-класс Дениса и Ксении. Хотелось бы отметить то, что я хоть и не сталкивался, конечно, с уголовной практикой, еще пока на магистратуре учусь, но появилось понимание того, насколько важно понимание вообще алгоритма действий, и важно то осознание вот тех целей и задач, которые ставит клиент перед тобой, когда ты приходишь на какой-то подобный там обыск. И очень понравилось то, особенно я хотел бы акцентировать внимание на том, что важно недопущение вот каких-то излишних эмоций при обысках, когда следователь или кто-то из опергруппы там начинают препятствовать каким-то законным действиям адвоката. Не стоит никогда проявлять излишние эмоции, которые будут только мешать найти вот эту коммуникацию со следователем. Не стоит никогда упираться, пытаться доказать свою правду. Надо всегда искать точки соприкосновения и какие-то коммуницировать. Ну вот, собственно, очень все было очень классно, очень понравилось.